Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 5 Porsche Unleashed для первой PlayStation. Привет вам прямиком из Кореи. Ну и мы продолжаем. Значит, в прошлой серии мы с вами стали все-таки официальными заводскими тест-пилотами Porsche, и теперь у нас, собственно, вот здесь... ничего у нас там, в общем, нету, нам туда больше идти не нужно. Так, сразу тогда приступим к режиму карьеры. Вот у нас еще процентик добавился. Опять же, в прошлой серии мы с вами там на бронзу прошли класс 2. Конечно, не то, на что мы рассчитывали, но тем не менее не всегда получается так, как мы этого хотим. Так, я что хочу? Посмотреть на цены и диву даться вот с этих вот машин, допустим, GT3, GT2 и GT1. Давайте просто посмотрим и немножечко офигеем с ценников. Я думаю, мы офигеем. Так, ну это в самом конце где-то должно быть. Гоночные болиды. Так, вот. GT3 911. Ага. Так, цена 175 тысяч. Ну, я рассчитывал на больше. Так, 911 Turbo. Так, а где? Оу! Вот, что имеется в виду. 911 GT3 Race. Ага. А здесь вот уже 300 тысяч. Ну, конечно. Вот примерно на такую сумму я и рассчитывал. Так. В Modern Air какое-то неимоверное количество машин, конечно. Так, 95-й год уже. 2000-го. 911 Turbo. Так, вот GT2, но это тоже не гоночная модификация, а вот она гоночная. 500 000! Ё-моё. Ну и вангую 1800 для GT1. 750, ну почти. Обалдеть. И ведь у нас вот такой вот есть 911 GT1, но... нельзя на нем будет тут ездить. Вообще тогда не понимаю, зачем их давать, просто в аркаде покататься. Ну, за заводского пилота я имею в виду. Когда тачки дают. Так, давайте. Так. Weekend Race. Пока Racing Circuits мы не пойдем, это уж слишком круто. Так, здесь вот провалились мы, причем так конкретно, 911 трофи. Такие машины тут, 911 GT2, ничего себе. А за выигрыш дают всего 25 тысяч. Несерьезно как-то. Boxster трофи. О! А давайте-ка на Boxster проедемся. Точно. Он подешевле. И трасса там вроде бы такая. Ну, каньон вот этот как раз таки. Так, Boxster. Смотрим. Сравниваем Boxster'ы, короче. Много ли их вообще здесь? Boxster S. Класс 3. Еще мы имеем на, наверное, и все. Ну, собственно, выбор небольшой. Boxster S и Boxster. Я думаю, Boxster S покруче будет. Так, вот показания. А давайте по overall смотреть, потому что так проще.
Короче, не хватает полутора кирпичиков до максимума. Ну, может быть, чуть-чуть больше. И первый бокстер смотрит. Ага, у этого почти двух кирпичиков не хватает. Ну, значит, пол кирпичика решила в пользу Бокстер С. Вот так вот. Кирпичики решают. Так, change color. Не знаю. Ух ты. А давайте такое возьмем. Ну шо, так. Байкар. Так, суммы-то у нас уменьшаются. Суммы уменьшаются и... Печалька. Но особо не растут пока. Так, где у нас тут коробочка? Бокстер трофи. Кондишн. Я надеюсь, что в автосалоне нам продали машину в хороших кондициях. Так, на закате поедем. При хорошей погоде. Ну ок. Горный пейзаж. Ладно, не суть. Так, ага. Так, опять у нас тут грунтовка. Что-то прям Колин Макрей какой-то пошел. Вторую серию подряд у нас. Так, ну, надеюсь... В этой серии нам удача будет сопутствовать. Потому что в прошлой все прям что-то как-то пошло наперекосяк немножечко. Бамс. Знаков понаставили лишних абсолютно. Все трассы уже тут новые, поэтому даже, в принципе, локации какие-то знакомые, но конфигурации поворотов изменены, поэтому тут не всегда получается приехать хорошо. По сути, еду на ощупь, так сказать. На эту мини-карту тоже не всегда есть время смотреть. Тем более, когда трассы незнакомые. Ну а чё, нормально прокатиться на прекрасной машине с открытым верхом еще попижонить и за одним выиграть еще и гонку и получить кучу баблища. Неплохой, по-моему, вариант. Но не будем забегать вперед. Тут что хорошо, трассы достаточно широкие такие. Ну, пространства много, Америка что, могут себе позволить лишние пару метров для дорожного полотна.
А вот в Японии места нету совсем, и там улочки очень узкие. Как, собственно, и в Корее. Вот сейчас это, ну, как бы реальный факт. Дороги, если не брать совсем уж такие автострады мощные, то дорожки у них, конечно, тут узенькие. Ну, что сказать, страна малепухонькая. Места мало. Каждый клочочек земли свободный используется по максимуму. И используется в основном для полей. В основном для полей рисовых. И поэтому дороги страдают узостью. Ой, да ладно. Ну чё, вроде как вернулись на победную такую, в победную форму. Ух. Хорошо. Еще один золотой кубок в копилочку. На полочку вот поставлю. Вот туда. Так, хорошо. 25 тысяч принес нам Бокстер. Так, что у нас там дальше? По плану. Так, 911 трофи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь такие уже машины серьезные. По-любому, наверное, 911 GT3 тут самый крутой, а у него стоимость. У меня уже даже не хватит. Две сотки стоит. А, так это и последний, да? Нам осталось раз, два, ну и три. Ага, три трассы. Три трассы в Racing Circuits и турнирах. Так, ладно, тогда предлагаю, денег все равно особо нету покупать крутые тачки. Давайте тогда, в принципе, перезаедем класс 2. А чё? Нормально. Ёшкин кот. Вай-вай-вай-вай-вай. Какой машина разбитый. Совсем поцарапанный. Совсем не чинят. Так, давайте его так починим, наверное. Так, 9000. Ну, блин, корпус это, конечно, очень дорого чинить. Ну, хоть не полностью, вот так вот давайте пятнарик уложимся. И поедем. Погнали! Надеюсь, там сегодня луна в правильную фазу встала, чтобы, в общем, все было хорошо, чтобы удача соблаговолила гонщикам. Опять у нас идет снег. Кстати, Бокстер-то лучше. А, ну, правда, тут еще надо скидку делать на то, что идет снег и достаточно скользко. Так это с трудом Поршик этот поворачивает. Блин, опять желтяк, а? Лезет. Так, ладно, позбиваем все лишнее, чтобы потом в самый ответственный момент на третьем там круге каком-нибудь нам больше это все не мешало. Едем, разгребаем все мордой. Я тут в прошлой серии говорил про множество унылых пейзажей, но, в принципе, вот к этой трассе это так-то не относится.
Прикольный такой тут городочек. Небольшой. Такая, можно сказать, деревушка, через которую проложена трасса. Ну и вот не каньон, а перевал вот этот тоже достаточно интересный. Это, наверное, больше относится к трассе вот как раз в Америке, вот в этом каньоне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, куда это мы? Ну, там такой это скверик прикольный. Решил проверить, не бухает ли там кто. Разогнать. Если чё, молодежь. Ну или бомжей местных. Но все равно, да простят меня те, у кого эта часть Porsche любимая, а таковые точно есть, я знаю. Конечно, по части графония, да и собственно физики автомобилей, пятая часть на Соньке именно. То есть все, что я сейчас говорю, относится к версии игры для первой Соньки, естественно. Достаточно, ну, скромно, вот так вот выражусь. Политкорректно, чтобы никого не обидеть. Скромно все это дело выглядит. Даже сравнивая с предыдущей частью. И в части графики, конечно, High Stakes намного круче. Опять же, если брать равноценные ту же часть High Stakes на первой Соньке, ну, которую мы с вами уже прошли благополучно. Вот. И там, конечно, гораздо как-то насыщеннее все, нежели здесь. У меня-то воспоминаний много именно Need for Speed 5 Porsche Unleashed ПК-версии. Я уже говорил, что в эту версию я вообще не играл. Это, ну, для меня first run, как сейчас принято говорить. Вот, так что вместе с вами приобщаюсь. А, блин, на это, на компе, конечно, она выглядит гораздо лучше. Ну, я уже говорил, там я себе на ноут ее ставил, вот уже здесь в Корее скачивал. Ставил себе на ноут. Правда, она почему-то шла очень плохо, вылетала. Ошибки какие-то были, может быть, из-за винды, ну, то есть это семерка. А, может, она уже, ну, игра-то старая, под эту систему совсем не подходит. То есть запускаться запускалось, но ненадолго. Вот. Ну и на компе-то она, конечно, гораздо круче. Там, по сути, другая игра совсем. Движок уже совсем другой. И физический, и графический. Так, ну вот, вот. А-а-а, мы выиграли. С победы всегда приятно начинать. Какой-то шок пришел вторым. Там у нас был радар и Buzz Lightyear в прошлый раз. Вот, и ну, я надеюсь, все так же и продолжится. Так. Новый. Я вот думаю, кое-где, наверное, придется нам счетерить. То есть тут вот два варианта, да. Advanced, продвинутый, и новичок. То есть те же самые трассы. Чемпионат один сквозное. То есть у него, ну, нумерование, начисление очков. Но здесь за победу дают всего 6 очков. Даже если здесь победить. По деньгам-то одинаково, я смотрю. Очков 6. Поэтому не факт, что
даже выиграв все гонки, победишь. Но кое-где, возможно, придется прибегнуть к этому варианту. Ладно, пока. Пока нет. Пока идем по максимуму. Пока силов хватает. Мастерства. Ну и лупим на Эдвансе. Ладно, Франция. Поехали. А, по-моему, тут дождь, да, был? Сейчас как обмылки будем ехать опять. А, ну еще. Напоминаю, для, потому что вопросов достаточно много. Под каждым видео постоянно мне задают вопросы или предлагают какие-то игры на прохождение дальнейшее. В общем, для всех тех, кто желает увидеть на моем канале какую-либо игру прохождение, ну как бы в моем исполнении, вы на группу ВКонтакте подписывайтесь, ссылочка в описании, и там оставляйте, там есть раздел как раз под игры. То есть ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, хорошо. В стену врезался. И, в общем, там пишите, да, ваши варианты, какую игру бы вы хотели увидеть в моем исполнении. И как будет время. Не обязательно посмотрю, прикину, какие игры больше набрали голосов, какие меньше. Вот. А следующая игра, ну, это, можно сказать, не анонс, но так, напоминание, будет у нас Need for Speed Underground. Ну что, напомню, у нас было с вами голосование уже довольно давно. Там одинаково сначала голосов набрали вот как раз Porsche Unleashed и Underground. И в финале было у нас только две игры уже. Непосредственно Underground и Porsche Unleashed. И Porsche Unleashed все-таки набрал, по-моему, там на один или на два голоса всего больше. Поэтому сейчас мы проходим именно Porsche Unleashed, а следующий будет именно Underground. Need for Speed. В принципе, я его тестил уже на этом ноуте. И, ну, тянет его. Так, чуть-чуть в натяг. Там придется, наверное, графически кое-какие штучки отключить. Ну, типа блура там. Хотя, если честно, это даже плюс. Мне блюр что-то никогда особо не нравился. Это такое искусственное повышение скорости, что ли. Типа замылил по бокам картинку, вот тебе получи сверхбыструю скорость. Ну, в общем, что-то такое. На качестве картинки, я думаю, это слишком сильно не должно будет отразиться. Даже, в принципе, она почетче станет. Вот. Так что, в общем, следующий у нас Underground. А, компьютерная версия, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот был реальный шанс его обойти. Как он цепляет, а? Разгоняется гораздо быстрее. Чё у него за поршик такой, интересно? Надо посмотреть. Только что, по-моему, меню цвет не отражается. Кто ты? А, вот еще один минус. Здесь не показано, кто за рулем. В четвертом Need for Speed там было написано, кто у нас что за соперник. Ну и отрыв был. Да ладно, двое. Кошмарики. Вот это да. Ладно, пацаны. Эх, зараза, все-таки просунулся. Главное желтого не пустить. Хотя второй пришел, по-моему, именно он в прошлой гонке. А, вот, начинаются опять вторые места. Эдж, а нет. А Шок, смотрите, последний. Там он пришел второй за нами. Радар, значит, это снова он на желтой. Короче, все как в прошлый раз. Только базы нету.
Ага, ну ладно, тем интересней. Но все равно мы должны лидировать по очкам сейчас. Главное, чтобы не тупили эти имена, названия там, как в прошлый раз. Никнеймы, в смысле. Так, смотрим, смотрим, смотрим. 16 очков. Ага, на втором месте. А, вон он, Бас. Он в новичке, что ли, ехал? А, да, он сейчас в новичке едет. Видите, у него 2 победы и 12 очков. Ладно, и они делят второе место. На 4 очка отстают от нас. Хорошо. Так, вот она. Америка. Нелюбимый мой каньончик. Так, чиним Porsche. Ну, все, корпус уже разбит опять в хламину. Ну чё, мы мажоры, что ли, натирать? Поедем на такой вот убитой тачке. Внешность не решает. Так, значит, Эдж и Бас. Баса здесь у нас нету на трассе, а Эдж вон на том сером Порше. А зеленый это Шок. Ой-ой-ой. Вот так хорошо и будет, если они от гонки к гонке будут друг у друга тоже очки отбирать, а мы будем постоянно, ну, если хотя бы не лидировать, то не ниже второго места приезжать. Так, опять я не гляну, что за Porsche у него какой. Трасса короткая. Ага, опа, 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 опа. Вылез на второе место. Ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Засмотрелся. Кто ж тебя так учил ездить-то? Товарищ Скудер. Гудок еще работает. Ага. Так, куда? Ой-ой-ой, куда ты лезешь? Так, это какой круг-то? Второй у нас. Ага. Товарищ пришел с улицы. А, он затупил. Отлично. Прям слушайте, напряг такой вообще. Жесткий. Мне это нравится. Адреналин кипит. Главное, чтобы не расплескался. Ха. Пацаны-то подотстали. Подотстали. Живем, ребята. Живем. Все, финишная прямая. Это победа. Сейчас я могу это сказать уже. Да! Так, отлично. Кто второй? Ага, Edge, Edge, Edge. Samsung Edge. 911 RS. Шок на C4, как у нас, и это тоже на RS. Ну что-то, короче, что C4... что РС, они как-то пошустрее разгоняются. Вот читеры, а. Видать, там что-то... что-то намухлевали. Запрещенное правилами.
Так, Шотландия. Что у нас по очкам? Приятный отрыв. 8 очков. Это хорошо, конечно. Так, и опять они с базом одинаково. Ну, баз еще одну гонку выиграл. Получается, они одинаково очков получают. 6 этот за второе место, а тот там в новичке за первое те же 6. Но по деньгам. Чуть разные. Ну, на деньги-то плевать. Так, ну что, ладно, осталось 2. Шотландия, поехали. Главное до Японии сделать отрыв. Что я за Японию совсем не уверен. Тут амортизаторы совсем не покоцались. Так. Бригада механиков очень быстро, конечно, работает. А, в дождь. Точно, эта трасса в дождь. И тут, по-моему, радар тогда лупил. Надо и сейчас тоже, чтобы он прям ехал мощно. Тогда может даже выигрывать, а нам достаточно вторыми приехать будет. И все будет тип-топ. А он еще из пола стартует. Пойдет. Главное не слиться насчет остальных. Тяжко ехать в дождь. Ёшкин. Матрёшкин. Вообще как все в замедленном темпе. Так, нет, поехал-то что-то первый там. Нифига не радар. А Эдж как раз таки, а это плохо. Эдж наш преследователь. Так. Очень напряженная гонка. Плохо, конечно, что второе место мы там. Они первое взяли на второй гонке. Лишние эти 4 очка совсем не были бы лишними сейчас. Так. Не знаю, не знаю. На второе место-то вырвались. Что с первым делать? Вроде держимся пока, это радует, кстати говоря. Ага, первый круг окончен. Пойдет. Но сейчас такая технически сложная часть этой трассы, где прям он оторвется по-любому. А, и тут этот еще наседает, чудик. Ага. Воу, чувак, слышь? Ты куда это вообще? Ага, слышал. Ушел в ворота. Блин, я бы сейчас так был счастлив видеть где-нибудь на обочине этого, как его там? Самсунга этого. Отрывается. О, 7 секунд уже. Печально. Хотя вроде еду, то так сильно не косячу. Ай. А вот вторую часть трассы они медленнее проезжают. И вот поддостали мы его чутка.
на первой части он больше оторвался, чем смогли компенсировать здесь. Ого, сразу 6 секунд, ничего себе. Да вот этот поворот вообще такой гадский. Ух, прям реально в напряге в таком. И этот дышит, не дает расслабиться. Девять секунд, кошмарики. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Молодец, что ты такой вот меткий и прям в бочину заехал. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо, нет! Да перед самым финишем опять, да? Я уже думал, все. Ладно. Ну и чё, последнее, короче, сражение на Японию отодвигается, а там чё-то как-то... чё-то как-то я не думаю, что всё получится. Япония... не мой конёк. Так. Ладно, посмотрим. Ну сейчас, по идее, он на 4 очка от нас отстаёт. Отыграл 4. Смотрим, да, 32 на 28. И Бас сразу отстал, да, потому что за победу 6 получил. Ну, в принципе, вот все, один единственный соперник остался. Это Edge. Samsung. Фух, ладно. Поехали. Сейчас надежда только на то, что в Японии рулить будет не он, а кто-нибудь другой. Например, я. Радарчик, радарчик, давай на желтеньком. Лупи. Шок второй, я третий, а этот четвертый. Вообще идеальный был бы расклад. Ну, блин, радар стартует все время с пола, а потом сливается. Этот вон сразу полез. Ух, нифига. Так, отлично. Эджи закосячили. Надеюсь, что я правильную машину закосячил. Но, по-моему, на зеленой это шок этот, который там как раз он по-нашему. И для нас это как раз не соперничек. Но рулить он точно здесь не будет. Так, православный асфальт. Ах ты гад. Сейчас обойдет радара. Вот там, постой. Там же для тебя как раз пидстопчик такой сделали. Ты чё, парень?
тупи. Я вот сейчас прям всей душой болею за радар этого желтого. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй. Че, мы с тобой, походу, и поедем вдвоем. Да нет, нет, нет. Нет. Так, второй круг начался. А чё мужик ничего не сказал? Ай-яй-яй. Часть морды не снес. Так, что, уезжают, уезжают, зараза, а? Не вижу. Да ё-моё, на карту засмотрелся. Чтоб тебя. Зато сюда вписался. Нет худа без добра. Так. Блин, а там, я смотрю, они плотной гурьбой едут. Это плохо. Этот может там и в лидеры выйти. Было бы неплохо их достать. И трасса, конечно, красивая. Черт возьми, я прям... Мне она нравится. Я тебя понял, припадочно. Так, пока вроде он последний идет. Ну, в смысле, третий. Это хорошо. Это хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Бедный Поршик. Так, ну по идее, он-то отыграл у нас еще. Да, отлично. Радар, шок, Эдж только третий. Несмотря на то, что мы четвертый, по идее мы должны взять кубок. Вот что значит, в правильных местах надо брать максимум очков. А, я это всегда говорил. Запомните слова мудрого скудера. Так. Да, что-то я посмотрел, мне показалось, первый Эдж. Отлично. Класс 2 взят. Прям, я даже чуть-чуть припотел. Ладно, пойдет. Перезаезд удался. С чем я нас, собственно, и поздравляю. 80 тысяч. О, ну вот, сумма такая, поплотнее стала. Хорошо. Так. Ну что же, ну что же. Нам в турнирах, в принципе, остался тогда только первый класс одолеть. Тут уже... Тут вообще все. И 968, и 911 турбо, и GT2, GT3. Только что нету Carrera почему-то. Интересно, можно здесь на Carrera участвовать? Чтобы не покупать новую тачку.
Да. Вон здесь тоже последняя Япония. А Bamboo Forest. Во, видать, вся трасса будет вот по этому вот грязевому нечту а-ля Колин Макрей. Ну ладно, это будет уже в следующий раз. Вот. Ну и в принципе в уикенд в заездах нам не так много осталось. Осталось всего три трассы, да? Из новых. Вот перезаехать эту. 911 трофи. И 911 трофи. Что-то как-то непонятно. GT-шки. Тут Carrera и GT2, а здесь Carrera Turbo и GT3. Ну ладно. Ну и потом, да, останутся самые мощные, это Racing Circuit на мега-монстрах от фирмы Porsche. Так, давайте засейваемся. И будем потихонечку прощаться. Аккуратненько. Ну что же, надеюсь, вам понравилось то, что вы наблюдали сейчас на своих экранах, мониторах, телефонах, планшетах и прочих девайсах. С вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова об Играх. Ни Слова об Играх. Ну и увидимся в следующих сериях, как всегда, на этом же канале. Всем пока-пока.